усекновение главы Иоанна Предтечи – это день, в который мы, соблюдая строгий пост, празднуем победу пророка и свидетеля правды Божией над злобой этого мира, над злобой Ирода, который, живя неправедно, взяв в жены жену брата, играл с Иоанном Предтечей, как кошка с мышкой, держал его в темнице за то, что он обличал его нечестие, но при этом беседовал с ним, желая послушать пророка Божия, человека Божия. А потом, когда выпил и полностью утратил контроль над собой, отдал, променял своего узника, человека Божия, променял на возможность гордиться и тщеславиться собственным необдуманным словом, неосторожным словом, которое он дал, сказав, что все готов отдать, потому что так уж ему понравились пляски Соломии. И вроде бы такая смерть нелепая, ну почему бы Иоанну Предтече не проявить толерантность, как сейчас говорят, не закрыть глаза, не промолчать? Зачем ему было в эти семейные дела влезать, правители тем более? Он мог это сделать, как и каждый из нас может наступить на горло собственной совести и жить так, как хочется. Но тогда бы он не был предтечей, тогда бы он не был свидетелем правды. И давайте вспомним, что написано на свитке, который в иконографии держит Иоанн Предтеча в руках. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». И вот это Царствие Божие, которое приблизилось, это Христос, предтечей которого и был Иоанн Предтеча. И он этим предтечей, предшественником, является не только здесь, на земле, где он пролагает, готовит путь Христу в сердцах людей через покаяние, очищая сердца людей, к нему пришедших на Иордан, очищая их, чтобы там Господь смог отобразиться, чтобы богоявление могло совершиться, и крещение Господне могло совершиться, и голуби бы заметили люди, пришедшие на Иордан, сошедшего на главу Христа. И вот это служение свидетельства, проповеди, по сути, это такое, знаете, пророческое апостольство. Иоанн Предтеча несет и за пределами жизни, там, в царстве смерти, в котором томились Адам, Ева и все люди до Христа, до Голгофы, до распятия Христова, до воскресения. И вот туда сходит Иоанн в час своей смерти. И там благовествует, что приблизилось Царствие Божие. Я видел Мессию, я видел того, кто помазан Духом Святым. Я видел того, на кого Дух не шел в виде голуби, о ком Отец Небесный сказал: «Сие Сын мой». И там, в пределах смерти, Иоанн Предтеча уже не боится смерти, уже не боится ада, потому что он знает, что Христос идет, грядет и сюда придет, и дойдет до черты, за которой разделение души и тела, и душа Христа сойдет в ад, к нему, к Иоанну Предтече, с которым Христос по плоти был в родстве, потому что Дева Мария и Елизавета, Елисавета, мать Иоанна Предтечи, они были родственницами. Вот туда придет Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, породнившийся с нами, с людьми, туда, в ад, чтобы оттуда, из этой темницы смерти, зла и тления, извести всех, кто ждал Христа, и первыми ко Христу припадают Адам и Ева, ожидавшие его с момента собственной смерти, а вслед за ними все пророки Завета Ветхого, все праведные люди земли. И поэтому сегодня, когда мы вспоминаем усекновение головы Иоанна Предтечи, давайте постараемся в своей собственной жизни быть честными, не врать и не воровать, не предавать свою душу, не продавать свою душу, не торговать вечностью. Помнить, что ничто в этом мире не стоит нашей души. Все дешевле.
душа дороже. И если это так, если мы действительно, вглядываясь в себя, понимаем, что нам не с чем прийти к Богу, кроме как с покаянием, давайте последуем за тем, кто призвал нас к этому покаянию, покаемся и войдем в Царствие Божие, ибо оно не просто приблизилось к нам, но вошло в нашу жизнь, вычеловечилось, воплотилось и раздает себя нам это Царствие Божие в таинствах Церкви и прежде всего в таинстве Святой Евхаристии, в котором мы поминаем и Иоанна Предтечу, особым образом вынимая на Проскомидии частицу об этом великом святом, Предтече и Крестителе Господнем.